Get Movies. Канал для всей семьи. Монстры вокруг. Жила-была царевна, которая боялась темноты. Что такое? Что случилось? А! Где болит, доченька? Что с тобой, царевна? Монстры! Монстры? Какие монстры? Где? Везде! Папа у царевны был очень умный и ни в каких монстров, конечно, не верил. Монстры – это глупости и детские страшилки. Оп-ля! Вот смотри, здесь монстров нет. Ну, так где же они прячутся? О, спасибо. Так, посмотрим. Ага, там что-то есть. Вот. А монстры? А монстров нет. Так, здесь монстров нет. Здесь тоже нет. Ага, думаешь, они там? Ну, сейчас мы с ними разберемся. Та-дам! Точно никого нет? Никого. А теперь ложись спать. Спокойной ночи. Бонна, остаешься охранять царевну. Уф! Бонна, ты спишь? Бонна? Бонна, мне страшно! Бонна! Что здесь произошло? Монстры вернулись! Правда? Ой, здесь такое было! Только посмотрите, что они натворили! А мне кажется, это натворил кто-то другой. Есть идея! Мы оставим тебе свет! Так тебе будет не страшно. А все-таки царевне было страшно. Монстры очень страшные, жуткие, ужасные, могут руку ногу откусить. До поры они таятся, ярких лампочек боятся, но вот стоит свет лишь погасить. Монстры вокруг, монстры вокруг, монстры вокруг, вокруг. Монстры вокруг, монстры вокруг, монстры вокруг, вокруг. Ой, боюсь, 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 ой, как же монстров я боюсь.
ночью кто-то дышит, бормотанье чьё-то слышу, и в шкафу, наверное, кто-то есть. И вдруг монстры вокруг, монстры вокруг, монстры вокруг, вокруг. Монстры вокруг, монстры вокруг, монстры вокруг, вокруг. Ой, боюсь, 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 ведь как же монстров я боюсь. Один такой огромный, топ-топ-топ, а другой такой жуткий, с тремя хвостами и семью ногами, такой... Сейчас! Ножище во, ручище во, уши огромные и лохматые, а на голове, не помню, то ли рога, то ли... Шапочка! Да нет же, он был страшный! А этот в шапочке какой-то смешной. Злобных монстров мы пугали, отбивались и рычали, но открыли удивительный секрет. Чтобы монстров не бояться, надо весело смеяться, сразу монстры улыбнутся нам в ответ. Скорее. Этого я возьму с собой. Он самый смешной. Пусть тебе приснятся добрые сны. Мне приснятся смешные монстры. С тех пор царевна не боится темноты и спит спокойно, ведь монстры – ее добрые друзья. Как поешь варенье с чаем, ни за что не мой пирог, лучше липкими руками ты. Бабайку очень весело всегда. Дети грязи не боятся, дети очень любят грязь. Под дождем по лужам бегай и по горке мокрый лазь. Рисовать возьмешься смело, пачкай краской все лицо, ведь художник ты умелый и талант мой на лицо. Мыться маме не давайся, про шампунь забудь навек, и лохматым оставайся, как пещерный человек. Дети грязи не боятся,
очень любят грязь. Под дождем по лужам бегай и по горке мокрый лазь. И запомни, ты не рыба, не дельфин и не тюлень, и поэтому не должен в ванне мокнуть каждый день. Выполняй советы наши, стой только захотеть, станешь славным заморашкой, любо дорого глядеть. Дети грязи не боятся, дети очень любят грязь. Под дождем по лужам бегай и по горке мокрый лазь. Дети грязи не боятся, дети очень любят грязь. Под дождем по лужам бегай и по горке мокрый лазь. Дети очень любят грязь. Для тебя у меня есть сюрприз приложение Теремок ТВ, где собраны самые лучшие мультики. И я там тоже буду. В приложении столько всего интересного. Смотришь мультик и получаешь награду. Можно собрать целую коллекцию значков, а меня поставить себе на аватарку. А еще эти мультики можно брать с собой даже туда, где нет интернета. Здорово, правда? Прямо сейчас ты можешь сам скачать себе бесплатную версию приложения или попросить об этом взрослых. До встречи!